Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Друзі, вітаю, мене звати Ігор Гаврищак. На календарі в нас 16 липня, це є неділя. І я вітаю традиційно на нашому зведенні. Це є військовий експерт, полковник Збройних сил України Роман Світан. Пане Романе, слава Україні! Героям слава, бажаю всім здоров'я. Пане Роман, розпочнемо з того, що те, що обіцяв Залужний, Збройні Сили України негайно почали виконувати. Сьогодні з 15 на 16 липня вночі і вранці в Севастополі було дуже потужно. От в нас є повідомлення від тамтешньої влади. Прямо зараз сили ПВО і флот Росії відражають атаку українських БПЛА на Севастополь в районі Херсонеса, Севастопольської бухти і Балаклави. Об этом сообщил глава регіона Розважаєв. І за повідомленням місцевих пабліків, Севастополь просто таки під комбінованим огнем. Ну вот опять заходят БПЛА. БПЛА проходят, а беспилотный летательный аппарат. Они проходят, они работают, выполняют боевые задачи. Залужный пообещал работать по военным объектам, где бы они ни находились. Он обещание свое выполняет. Работаем. Вопрос чем? Беспилотники, они наносят определенный вред, но максимум беспилотник может нести около 20 килограмм взрывчатки. А вот ракета «Storm Shadow», которая у нас есть, больше 400 килограмм. То есть это как минимум 20 беспилотников, одна ракета. Так вот, ни одна ракета еще на Крым не заходила. Значит, уже можно сказать, там чуть ли не со 100% гарантией о том, что нам эти ракеты передали с жестким ограничением при работе по Крыму. И, ну, по России, само собой, и по Крыму в том числе. Потому большие вопросы к нашим союзникам, к Бену Волосу, но он, правда, уходит. Скорее всего, как раз не согласен с таким политическим моментом, связанным с работой своих же ракет, вот, которые передали. А человек, который понимает, что надо, если работать, так надо работать по всем военным объектам, он не согласен, скорее всего, из-за этого и уходит. Ну а дальше кто будет руководить, уже на себя будет брать эти запреты такого уровня. Причем вот сейчас передали ракеты Scalp EG, они тоже также могут не заходить в Крым. То есть это уже будем смотреть в ближайшую неделю. Если ни один Scalp в Крым не зайдет, то уже вопрос уже к Макрону. Так они там вместе с Риши Сунаком Крым продали тоже вместе с Беннетом, вместе с израильтянами, с Абрамовичем. России, что ли? Ну, то есть есть эти вопросы, причем они каждый день, они все больше и больше вес такой имеют. Пане Романе, є в нас повідомлення з Харкова. До речі, давно не було обстрілів нашого цього міста. Є повідомлення, що з Білграда знову щось запускали і влучало в наше місто. Що запускали, в якій кількості і чи є влучання? С-300. И под Белгородом стоит батарея С-300, которая работает не по самолетам, а которая работает по земле. Так как это ракета, которая когда при работе по земле, она не точная, ее набрасывают в режиме таком баллистической ракеты. Она взрывается либо от удара о землю, либо воздушный взрыв. Так вот, в Харькове было два воздушных взрыва, то есть подрыв ракеты был в воздухе, а это значит, стояла задача максимально нанести урон нашим украинцам, так как ракета противоракетная, противосамолетная ракета, у которой элементы поражающие, это очень много, тысячи определенных маленьких таких железок, которые в конце концов разносят все и вся. То есть и радиус поражения несколько сот метров. То есть конкретный удар четырьмя ракетами в таком режиме геноцидном. Это российский геноцид украинского народа. Вот так они засыпают и пытаются, по крайней мере, засыпать город. А Харьков, так как находится недалеко от Белгорода, там километров 80, то для С-300, которая может идти за сотню километров, это такая хорошая площадная цель, в какую сторону, то есть в ту сторону, называется, отправили. И, скорее всего, показали, я так думаю, они сейчас начинают показывать, что у них тоже есть типа кассетников, раз это воздушный подрыв, а воздушный подрыв это только по команде может быть с системой управления. То есть они специально
вот так, таким способом хотят показать, что у них тоже есть такое оружие массового поражения. Если бы это было не ночью, в 1:30 ночи, а, допустим, днем, погибли бы сотни людей. То есть вот такой у нас сосед, которого еще до сих пор не доразвалили. Пане Роман, я правильно розумію, що коли Росія б'є нашу територію ракетами С-300, жодної військової мети вона не переслідує? Тобто жодного якоїсь військової цілі неможливо цією ракетою влучити? Так и есть, так как ракета, она не может навестись по земле. Ну, из-за системы управления. По воздуху она наводится на ракету или на самолет. Она по земле она навестись не может. Ее система ведет до определенной высоты, а дальше бросает, так как луч локатора ее уже просто не видит. И потому она летит куда-то туда, называется. Потому здесь можно говорить о том, что вот как раз в таком геноцидном режиме используется эта система. Точно она по земле попасть не может. Пане Романе, Нью-Йорк Таймс на свої джерела посилається, і також Інститут вивчення війни каже наступне, що Україна зробила паузу в контрнаступальних діях на півдні, аби перегрупуватися і змінити стратегію. В чому може бути зупинка і куди, як можна міняти стратегію на цьому напрямку? Стратегії зараз, ісходя із тих сил, средств, які взагалі є в мірі, приблизно є дві стратегії. Ну, этого тисячолетия з участием авіації і прошлого тисячолетия без авіації. Нам не дали авиацию, но, я так понимаю, поставили задачу идти, как это при выполнении с участием авиации. То есть движение колоннами, движение таким железным кулаком на минные поля, на укрепрайоны россиян, пробиваться без предварительной обработки авиации. Ну вот мы видели, что с этого происходит. Коробочки горят, если они сверху не прикрыты. Да мы с вами об этом, по-моему, полгода говорим. Да. Без авиации они-то, россияне, их как семечки перещелкают, если в таком режиме они будут идти. Ну вот показали, может быть, нашим партнерам, как горят их коробочки без прикрытия авиации. А теперь перешли на старый дедовский метод уже прошлого тысячелетия, окопных войн. Это когда вперед идут на легкой броне идет пехота в режиме тактического просачивания, в режиме малых тактических групп заходят, а это группы в районе 10-15 человек. Это такой оптимальный вариант. Допустим, Брэдли берет там 10 человек. Вот это тактическая группа, которая выходит на Брэдли, выполняет боевую задачу, даже если погибает машина, она сохраняет жизни экипажа и десанта, и десант выполняет боевую задачу под прикрытием сзади, с тыла, под прикрытием танков, тяжелой артиллерии, гаубицы и танков, и, может быть, части авиации, когда есть возможность прикрыть нашу наступающую пехоту. Потому и это, я бы не сказал, что это задержка. Это, вернее, не задержка, это не остановка наступления ни в коем случае. Это просто разница в скорости перед этим, как мы пробовали без авиации. И сейчас вот уже старым дедовским методом в режиме таких окопных войн прогрызаем линию обороны. Потому все идет по плану, как раз по плану тому, которому Генштаб сразу его разработал без применения авиации. Почему? Это понятно, потому что мы всегда таким режимом наступали или оборонялись. Это такой режим активной обороны на контратаках, когда контратакуют малые тактические группы. Вот мы сразу начинаем с контратаки. То есть наше наступление мы начинаем вот с такой контратаки малыми тактическими группами. Потому мы просто вернулись к своему методу выполнения боевых задач, а он не предусматривает авиацию. Поэтому, если кому-то хочется побыстрей, дайте самолеты, дайте атакамсы в достаточном количестве. Там ракет дали 50 штук, ну так это на 5 дней работы. На 5 дней, ну пусть на неделю работают эти 50 ракет. Нам надо атакамсы в количествах сотнях штук, для того, чтобы пролежать противника, уменьшать плотность войск и дальше уже двигаться. Ну, по-другому не будет.
Пане Романе, в нас є ліквідація хорошого офіцерського складу. В першу чергу є повідомлення. Ліквідовано Харлова, це командир російської 96-ї окремої розвідувальної бригади. І також є повідомлення про ліквідацію комбата колишнього 382-го окремого батальйону, який з 2000, який Горін, який в 2014 році атакував власне аеропорт Бальбек в Криму. І також є повідомлення, пане Роман, що відсторонили командувача, не пригадую вже прізвище, той командир, який керував військами на Бахмутському напрямку. У мене питання, скажіть, будь ласка, загалом є в росіян проблеми з офіцерським складом? Тому що от раніше ми з вами говорили, що з пілотами і з якісним пілотажем в них є проблеми, кадри відсутні, а з офіцерами? Ну, скамейка запасних, вона там большая, там тільки генералів несколько тисяч. Потому офицеры как таковые есть, вопрос в их профпригодности. Это та же самая картина, как и с летчиками. Вот вроде как выпуск летного состава прошел, там несколько сотен летчиков выпустилось, но они желторотики, они отлетали там 3 года в училище, а дальше даже класса не получили, БК так и вышли, то есть без класса. А дальше им надо еще столько же времени, примерно года 4, 3-4 года еще налетывать на самолетах, выполнять боевые задачи, получить допуска. Вот то же самое происходит и с офицерским составом, допустим, сухопутных войск. Их даже если выпустили из училища, это не боеготовые офицеры. Им надо пройти целый такой путь, несколько лет боевой подготовки. Так вот из-за этого. Вроде людей много, а выбрать не из кого. Вот где проблема российской армии. Ну, а, естественно, кого-то отстраняют, опять же, по этой же профнепригодности. Для того, чтобы даже будучи генералом, но выполнять боевые задачи, это ж надо уметь их выполнять. То есть надо целый комплекс мероприятий создать, пройти, а это надо понимать, что делать. А вот этого понимания как раз нет. Генеральские погоны получили, а мозгу уже ж никто не добавил. Вот проблема российской армии. Ну а то, что мы уничтожаем там определенное количество управленческого состава, так это вот мы бьем по пунктам управления, мы бьем по штабам, а именно это как раз и отминусовывает российская система управления. Вот для этого нам нужны достаточное количество тех же атакамсов, потому что, ну, Storm Shadow, во-первых, их мало, и скалпами, я же сказал, скалп это на неделю работы, на такой серьезный, по 10 ракет в день, через 5 дней их уже просто не будет. Потому нужны атакамсы, вот почему вокруг этих ракет баллистических, дешевых, которые запускаются с Хаймерсов, которых у нас сейчас есть определенное количество. Вот эти ракеты нужны, помимо, конечно, ракет авиация, ну за авиацию уже и говорить стыдно. Пане Романе, якщо говорити про Бахмут, от є повідомлення від безпосередньо від командира 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, позивний «Ацтек». Він каже те, про що ви вже давним-давно говорили. Суть в тому, він каже, що нам немає змісту втрачати наших бійців, заходити в Бахмут. Він каже, що от те, що ви казали, що зараз Збройні сили України рухаються в напрямку Кліщівки, рельєфних підвищень, аби тримати Бахмут під вогневим контролем. І що він каже? Що от він це говорить, що цілі на Бахмутському напрямку Збройних сил змінилися. Вони не будуть заходити в місто, брати під вогневий контроль. І що головне, їх цікавлять, це траншеї біля Кліщівки, які ще були вириті в 2014 році. Тобто я правильно розумію, що там є хороші фортифікації, фортификаційні загородження, які роками будувались? Это наша вторая линия обороны, которая отстраивалась в течение 8 лет с 14-15 годов до 22-го. То есть в течение 8 лет отстраивалась, там одна была линия обороны, вторая линия обороны, вот как раз в районе Клещеевки. Нам она развернута в сторону врага, то есть враг ею может, ну, если и пользуется, может попользоваться, но только неудобно, потому что само построение линии обороны развернуто в сторону врага на восток. Естественно, нам зайти туда точно надо. Но военнослужащий подтверждает, это не мое, это, во-первых, это наше с вами
Мы об этом говорили несколько месяцев об этом и говорим, потому что выходить на распутствующие высоты и никуда дальше не двигаться, правильно говорит командир, нужно сохранять жизнь личного состава, заняв распутствующие высоты, расстреливать, как в тире россиян в этом Бахмуте на подходе и на выходе. В Клещеевке, кстати, то же самое. Клещеевка же она также находится в низине, как и Бахмут. То есть с одной и той же высоты можно работать на север по Бахмуту и на юг по Клещеевке. Так это и будет делаться. Это правильное, грамотное, оперативное применение сил, средств, которые выделены для выполнения боевых задач в этом районе. Пане Романе, є в нас повідомлення від наших прикордонників з півночі. Вони повідомляють наступне, що бачать серйозний рух, от власне, з Росії, серйозний рух колони вагнерівців в Білорусь. Там колона 50-60, здається, автівок, і вони, власне, дислокуються. Як ви вважаєте, чи несуть вони якусь загрозу для України на північному напрямку? Вот смотрите, 50-60 машин, даже если в машине по 4 человека, это всего лишь 200 человек, там даже не батальон. То есть это передвигается несколько, вот, ну пусть до батальона, может там несколько автобусов, там еще 5-7 десятков человек добросит. Но это небольшая сила, то есть даже не батальон. Потому такого рода передвижение, оно... Ну, и отслеживать его немножко не соответствует той тактической обстановке, которая есть на линии фронта. У нас на линии фронта больше 300 тысяч человек, россиян. Ну, что там эти, там даже 500 человек, если это батальон движется. То есть это 0,1% от общего количества. Их перебрасывают остатки, ошметки. ОПГ Пригожина перебрасывают в Осиповичи, там им вырыли лагерь, если еще будут вышки стоять с пулеметчиками, так там еще вопрос, какой это лагерь. Может быть, как раз лагерь такой концентрационный. Потому посмотрим, как они будут двигаться. Но я думаю, это вопрос Лукашенко, он там себе какую-то бригаду, ну не бригаду, а несколько батальонов, может быть, либо личной охраны, либо подготовки движения дальше на Москву. С Осиповичей недалеко до дороги на Смоленск, со Смоленска на Москву, это основная дорога, по которой можно беспрепятственно попасть в Москву, в крайне пуганых, как раз о котором мы с вами всегда говорили. Поэтому это может быть еще одна подготовка к движению на столицу России. Якщо говорити про Лукашенка, пане Роман, він сказав цікаву річ, що якщо Україна не сяде за стіл переговорів з Росією, то вторая армія міра буде рухатися і дійде до Придністров'я. Наскільки такі от висловлювання можна оцінювати? Вторая армия мира, потом вторая армия в Украине, а после того, как Пригожин на Москву двинулся, вторая армия России – может двинуться в сторону Приднестровья при одном условии. Если украинская армия им создаст такой коридор. Вот посмотрите, Одесса, юго-западнее Одессы, затока. И вот если мы пропустим, вот заводь такая, да, заходит вот до Приднестровья, если мы их туда пропустим, и там несколько километров до Приднестровья всего лишь, то есть вот этот коридор, если мы им предоставим. Вот только тогда они могут попасть в Приднестровье. А теперь посмотрите дальше. Приднестровье на северо-запад, севернее. Дальше по Молдавии, по границе с Молдавией, по границе с Румынией. Вот проведите дальше и посмотрите, какой путь может проделать российская армия. Да. И дальше через Венгрию, Австрию и в Берлин. Ясно. И всего лишь несколько километров. Ну, а уже как и что будем дальше понимать. Вот если нам не будет чем удерживать российскую армию вот эти несколько километров от затоки до Приднестровья, то, ну, вот такое вот движение еще раз могут повторить. Потому те бюргеры, которые в Германии, во-первых, не открыли нам дверь в НАТО, а во-вторых, думают, что все так просто в этом мире. Так оно не все просто. Вернее, наоборот, я могу подтвердить. Все действительно просто. Несколько километров,
отвернулись на 2 дні, і вон вони вже в Придністров'ї. Пане Романе, якщо говорити про проблеми Росії, мається на увазі з її союзниками. Ми прекрасно знаємо, що Росії Іран передає шахеди 131-136, тими, якими Росія регулярно вже місяцями б'є по інфраструктурі України. І ми з вами раніше говорили, що натомість Росія мала би передати Ірану Су-35, їхні найновіші авіаційні спорудження, але й виникли якісь проблеми, і Росія не передає. В чому там проблема? Діло в тому, що це 2 розірваних контракти. За шахеди росіяни платять. А вони вже заплатили, ровно стільки платять, стільки їм іранці віддають. А от за Су-35 іранці заплатили в прошлом году. В прошлом году, як нам виділили 100 мільйонів на підготовку льотчиків, на передать для передачи F-16. В прошлом году иранцы заплатили за, по-моему, 50-50 Су-35. И вот в течение этого года американцы нас подвесили по поводу этих F-16. Через каждые 2 месяца возникает волна о том, что вот мы уже готовы все передавать. Резников у нас от платочки с ушками роняет. А россияне также динамят иранцев. Динамят иранцев, не поставляя им Су-35. Естественно, кому все это выгодно? Выгодно россиянам, чтобы нам не поставляли F-16, а выгодна не поставка Су-35 Израилю. Израильтянам эти 50 самолетов вроде бы как и немного, но это серьезная сила. Су-35 это довольно-таки хорошая машина с движки с изменяемым вектором тяги. Там довольно-таки серьезная авионика. И если у иранцев появятся такого рода машины, то израильтянам там будет, ну, мягко скажем так, жарко. Только у нас же своя война, у нас война с Россией. И нам важны эти F-16. Вот эта вот израильская закрутка, торможение передачи нам F-16, ну, она ж нас остановила. Она практически нас остановила. Причем остановила довольно-таки серьезно. Возникает же вопрос, у нас сейчас же вопрос какой. Мы движемся в сторону Азовского моря, нам даже двигаться дальше в Крым. А Крым в прошлом году Беннет вместе с Абрамовичем подсунули эту 27 марта подсунули эту переговоры в Стамбуле. И вот сильно много вопросов, на которые до сих пор ответов нет. То есть Израиль здесь, в конце концов, мы не за Израилем, не за Израиль воюем с Россией. Но у нас задача освободить свои территории. А у Израиля задача освободить те территории, которые он занял, палестинские. Он захватил, так как Россия захватила Крым и Донбасс, Израиль захватил палестинские территории. То есть у нас получается, Израиль примерно та же самая картина, как и россияне. На одной полке сидят, получается. А вот после того, как Беннет с Абрамовичем еще в прошлом году Крым с Донбассом готовили на сдачу, с участием, кстати, израильтян уже в нашей структуре власти, большие вопросы к Израилю. Вот у меня лично, ну, очень большие. Пане Романе, а от якщо говорити про наших часткових, можна так, союзників, то Туреччина, тому що є заява від речника президента Ердогана Фахретіна Алтуна. Він каже наступне, що поповнення НАТО новими членами сприятиме тривалому миру і стабільності у світі. А я нагадаю нашим глядачам, що коли Володимир Зеленський їздив в гості до Ердогана, Ердоган сказав, що Україна на 100% заслуговує вступу в НАТО. Чи як це трактувати? Чи Ердоган повністю готовий зрадити Росію? Чи готовий її кинути? Чи це таке ж подвійна гра Ердогана? Ну, для того, чтобы там как-то подставлять Россию, это ж надо быть с ней в одним целым. А Эрдоган свои интересы блюдет. Он прекрасно видит, куда катится Россия, что она будет разваливаться. Она ему уже просто неинтересна. У него есть свои интересы на Кавказе, но он уже без России их решит. Армения с Азербайджаном наконец-то выкинули Россию с этого переговорного процесса. Они решат мирным путем
вопросы, которые у них есть, замирятся и будут там жить дальше без России, без проблем. Потому Эрдогану России как таковая уже не нужна. Есть некоторые моменты, связанные с экономикой, потому что там реально больше 100 миллиардов оборот экономический. Но если будут подвижки в сторону Евросоюза, они сейчас уже видны. Эрдоган вступление Швеции завязал на вопросы, связанные с его вступлением в Турции, вступлением в Турции и Евросоюз и расширение экономического сотрудничества. Если этот вопрос перевесит, а здесь уже важно, важно странам Евросоюза не потерять в этом смысле Турцию, то есть зацепить ее, подцепить, оторвать ее от России, и тогда однозначно это будет такая большая европейская семья, в которой будет и Украина, в том числе и в Евросоюзе, и в НАТО. И Эрдоган это как человек, который, ну, он дальновидный. Во-первых, воин, во-вторых, довольно-таки искушенный политик, тем более Восток. А Восток дело тонкое. Они чувствуют ветер, ну, очень четко своими сенсорами. Потому хорошее движение Эрдогана для нас это тоже хорошо, так как с Турцией нам точно надо дружить. Да, мы уже давно дружим, не сотни лет мы с турками дружим в этом смысле, потому что рядом на одном море находимся. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, на календарі сьогодні 16 липня, неділя. Не забувайте, звісно, коментувати, підписуватися і ставити лайки, просувати наше відео, нашу розмову. Нас сотні тисяч регулярно дивляться. Хочемо, щоб дивилось більше. Тому що кожен з вас, особливо українці, повинні знати, що відбувається у цій війні проти росіян. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.